जय श्री गिरिराज महाराज की। अरे जो जितने गिरिराज की जयकार करेगा उसको उतना ही बढ़ोत होगा और उतना जल्दी ऊपर मिल जाएगा। बोले गिरिराज महाराज की। ओ मैं ज्ञान तिमिरा जन चला गया चक्षो मिलता मुझे न तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब एक बार हाथ उठाकर बोलो सबाई बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो बोला हरे सर मिस्टर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। ये जो गाड़ी है ना तो गला है ये जो जूस निकालने वाले उसको बोलो पीछे चले जाए। प्रभु जी बोलो पीछे चले जाओ तुम। ये भगवान की कथा नहीं हो पाएगा चलो पीछे नहीं तो इसको बंद कर दो थोड़ी समय के लिए बंद कर दो। जब जूस पिएगा तब चलाना। मोदी के कौन है उधर उसको बंद कर दो तो बस वो बंद करो इंजन को बंद कर दो उसका। Просили перенести колонку, потому что сильный фон создает. Итак, под руководством Шигуру Гауранги мы совершаем Раджамандала Парикраму. Сегодня мы совершаем Говардхан Парикраму. Мы пришли на Говиндакунду. Первое место, которое мы посетили, было Дана Гати. Там, где Кришна стоял и собирал таксы с Враджа-гопи. В то время Говардхан был очень высоким, очень возвышенным. अब ब्रज गोपियां जज्ञा में जाने का बहाना बना करके दूध दही बेचने के लिए ब्रज गोपियां आया करते थे। इसलिए कहते ना Итак, Враджа-гопи приходили в то место, и в это место, на Говиндакунду также. Шрила Гурудев говорил, там, где Шримати Радхарани, она Раджа-нандини. В доме ее отца 1 100 000 коров. Мы молимся о Рамешваре, Криешваре, Шри Радике, Намастуте. Она самая возвышенная богиня среди всех богинь. Все молочные продукты она всегда несет для Кришны. На самом деле, они ходили в это место под предлогом, чтобы встретиться с Кришной и принести весь йогурт, который они несли ему. Так в том месте на Дангате Кришна стоял и говорил, здесь вы должны пройти и заплатить мне таксу, потому что я царь всего Враджа. И гопи сказали, из чего этот царь всего Враджа, Кришна сказал, потому что я женат на Вриндадеви. Что, правда? Ты женат на Вриндадеви, говорит гопи? Вринда, когда ты успела стать женой этого черного плута? बोले ये क्या कहता है तेरे साथ में इसकी शादी हुई
बोले इससे कौन शादी करेगा, काले कलूटे अंदर भी काले बाहर भी काले। वृंदा ответила, о, इससे कोई शादी करेगा, это чернокожий парень, कोई लड़की पसंद नहीं, постоянно обманывает всех подряд, нет, 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 я не жена его, никто не хочет выйти замуж за него, во всем Врадже, никто не, никому он не нравится из Гопи во Врадже. Вринда Деви сказала, все, чем я обладаю, я давно предложила лотосным стопам Шримати Радхарани. Поэтому Шримати Радхарани Вриндаваны Швари. Когда мы приезжаем во Вриндаван, что мы видим? Никто там не говорит Кришна, Кришна, все говорят Рады, Рады. वो कृष्ण को खिलाने के लिए तब कृष्ण को वहीं पर दान दिया, इसलिए जहाँ का नाम था दान घाटी। Так, ваша Гопи на самом деле приходит сюда, чтобы накормить Кришну, принести свой йогурт ему. Это деревня, которая называется Аниор. Аниор. Деревня Аниор. Аниор. Если вы хотите поклоняться Говинде, то сам Шри Кришна остановил Пуджу Индра и устроил поклонение Гирирадж Махараджу, поэтому необходимо поклоняться Гирирадж Махараджу. Когда мы совершаем Гирираджа Пуджу, ये गिरिराज महाराज है, इसलिए इनका नाम गुरुदेव कहते थे, इनका नाम सर्व अभिष्ट। Шрила Гурудев говорил, что Гирирадж исполняет все ваши желания, потому что Гирирадж — это сам Шри Кришна. Сам Шри Кришна явился как Гирирадж Говардхан. Поэтому сам Кришна остановил Индра Пуджу, царю райских планет. Он сказал, не нужно поклоняться Индре. Вместо этого необходимо поклоняться Гирирадж Говардхану. Гирирадж Махарадж такой высокий, касаясь вершины, облака касаются его вершины, из-за этого проливаются дожди. Только благодаря его милости во Врадже зеленая шелковистая трава, много плодов растет на деревьях на нем. Чистые пруды, все дает нам Гирирадж Говардхан, поэтому необходимо поклоняться Гирирадж Махараджу, говорит Шри Кришна. Итак, Кришна, когда хочет изменить чей-то ум, он меняет ум Нанды Бабы сперва, потому что он царь Враджа. Кришна говорит, не нужно поклоняться полубогам. Что делают полубоги? Вы даже не знаете, как он выглядит, поэтому необходимо поклоняться Гирирадж Махараджу, говорит Шри Кришна. Если вы удовлетворите Гирирадж Махараджа, то тогда все будут удовлетворены. Если мы поклоняемся Шри Кришне, а он как корень дерева, тогда все остальные веточки на дереве будут удовлетворены. Таким же образом, мы должны поклоняться Гирирадж Махараджу, говорит Шри Кришна. И тогда Индра разгневался, если я не буду проливать свои дожди, все враджаваси прекратят свое существование. Индра думал, что благодаря ему враджаваси поддерживают свою жизнь здесь. Но Индра не знал, что пыль во Врадже Чинтамане, она исполняет любое желание.
वहाँ के लता बता में इतने शक्ति कितने ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र если мы поклоняемся пыли Вриндавана, все наши желания будут исполнены. झूठन में स्वयं खाता हूँ अगर नंद बाबा बोले लाला कन्हैया मेरे जूती ले आओ कृष्ण ठुमक ठुमक करके चलते हैं हाथों में नहीं Итак, Нандамаба говорит Кришне, о, Кришна, принеси мои сандалии. Кришна берет сандалии Нандабабы и отправляется, кладет их себе на голову, пританцовывая, несет Нандабабе свои сандалии, его сандалии. Итак, Кришна поклоняется Нандабабе. Итак, Кришна знал настроение Индры и думал, о, Индра, ты возгордился, думаешь, что ты все контролируешь, но это не так. Все в Раджаваси — это необычные личности. Господь Брахма говорит. Кто такая Шримати Радхарани? Она внутренняя энергия самого Шри Кришны. И все гопи, которые нисходят от Шримати Радхарани, необычные. Это проявление самой Шримати Радхики. Родители Шри Кришны также необычные личности. घुटन पर चलते हैं भले तेरे अभिमान हो गया तुम ब्रजवासियों का है इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं Так сам Верховный Господь Шри Кришна живет в доме Нанды Бабы. Его в Раджи нет такого настроения, что он Верховная Личность Бога. И когда Индра послал дожди, чтобы стеречь Врач с лица земли, Кришна держал Гирирадж Гавардхан мизинцем левой руки 7 дней. И все укрылись под Гирирадж Гавардханом, всем было место. На самом деле причина того, что Кришна поднял Гирирадж Гавардхан, он желал, чтобы в Раджа Гопи подошли к нему поближе. Кришна все время испытывает препятствия, чтобы встретиться с Раджа Гопи. Все время отправляет посланников, послания, как встретиться с Шримати Радхарани, но старшая Гуру Варга всегда повсюду, поэтому открыто они не могут встречаться. А когда произошла эта лила с Гирирадж Гавардханом, то очень легко они могли находиться рядом с друг другом. Так в Раджа Гопи находились рядом со Шри Кришной, и так Кришна мог получить даршан Шримати Радхарани. И когда Кришна получает даршан Шримати Радхарани, его начинает трясти, плита выпадывает из его рук, павлинье перо падает на землю. Это когда Кришна поднял Гирирадж Гавардхан, он долго держал своей рукой его. И когда он получал даршан Шримати Радхарани, его содрогала дрожь, он не мог сдерживать себя. Поэтому Гирирадж Махарадж немного потрясывался на нем. Эта лила с поднятием Гирираджа длилась 7 дней. Самая возвышенная лила — это танец раса. Без Враджа Гопи Кришна думает, не может существовать. Он думает, как же я могу привлечь всех Враджа Гопи, как мне проявить свой героизм перед ними. Так он проявляет перед ними свою храбрость, чтобы, поднимая Гирирадж Гавардхан,
чтобы привлечь всех в Раджа-гопи. И тогда в Раджа-гопи начинает привлекаться им, думая, о, Кришна такой герой. А в Раджа-гопи они героини в Раджа. Когда Кришне было 7 лет, он держал Гирирадж Говардхан 7 дней левым мизинцем. Можно задуматься, почему он поднял Гирирадж Говардхан левой рукой, мизинцем левой руки, и держал его. Наши ачарьи говорят, что на самом деле, по милости только Шримати Радхарани, Кришна мог держать левой рукой, потому что левая рука отвечает за природу Шримати Радхики. И все в Раджа-гопи смотрели на Гирирадж Говардхана. Радхика думала, о, Гирирадж Говардхан, только попробуй двинуться, и я сотру тебя в порошок. Таким образом, на самом деле, Шримати Радхарани держала Гирирадж Говардхан, а не сам Шри Кришна. И так 7 дней Кришна держал Гирирадж Говардхан, потому что в этот момент Индра посылал самые большие облака Самбартака, которые проливали капли с размером со слона. И когда 7 дней прошло, Индра закончил свои дожди. Один посланник пришел к Индре и сказал, он принес поклоны Индре и сказал, он сказал, знаешь, все разрушено во Враджа, никого не видно. На самом деле, Кришна сохранил все живые существа, подняв Гирирадж Говардхан. Таким образом, все укрылись под Гирирадж Говардханом, даже ни один муравей не умер. И в это время в Раджа-васе пели эти прекрасные киртаны. И тогда до Индры дошли новости. Индра узнавал все больше и больше, что на самом деле все Враджаваси живы, и ничто с ними не произошло. Ты знаешь, что Шри Кришна на самом деле необычная личность. Левым мизинцем он поднял Гирирадж Говардхан. Там они проводят свои холи-фестивали. Там много счастья, ананды и блаженства. Если я скажу вам, постойте так, как Кришна, 1 час, 2 часа, вы не сможете так стоять. А Кришна держал Говардхан 7 дней, все в Раджа-васе.
были счастливы. Человек, что на чакравати такую говорит, если вы будете стоять хотя бы один час в таком положении, вы просто сбежите с этого места. Заглядывая в лицо Кришны, мы получаем счастье, блаженство, ананду, потому что даршан Кришны, сами Браджагопи поют в этом стихе. Какое счастье они испытывают, видя прекрасное лицо Кришны. Итак, Шрила Рупа Госвами Пад описывает, как Кришна обладает четырьмя качествами нектара, према Мадхури, его любовь нектарна, его флейта нектарна, его облик нектарен и сладостен. И когда Кришна отправляется пасти коров, все праджаваси выходят проводить его, потому что он такой красивый, очаровательный. И он искоса бросает взгляды в сторону Враджагопи. И лишь только искоса брошенные взгляды даруют особое счастье Враджагопи. Итак, все Враджагопи стремятся получить даршан Шри Кришну, увидеть его сладостное лицо. Итак, однажды после этого Индра отправился к своему Гурудеву в Брихаспати. Брихаспати сказал: отправляйся-ка ты к Господу Брахме, спроси совета. Господь Брахма сказал Индре: послушай, ты совершил оскорбление. И тогда все Певалу Боги вместе с Индрой пришли просить прощения. И Брахма сказал: послушай, чтобы отправиться просить прощения у Кришны, возьми с собой Сурабхи, потому что Кришна защищает коров, любит коров. Итак, возьми с собой корову Сурабхи. Итак, Индра взял корову Сурабхи, ее молоком он провел Абхиршеку в этом месте, и из этой Абхиршеки образовалась кунда. Кришна подумал: если я проливаю милость на человека, тогда я все отбираю в этой личности. Это Кришна сильно ругал Индру. И Индра, когда провел Абхишек, он назвал его Говинда. Почему он дал ему имя Говинда? Каково значение этого имени? Шрила Вишванатха Чакравати Такур описывает. Он возносил ставы стути Кришне Индра. И в этих ставы стутах он сказал: गोविंदाय नमो नमः यहाँ पर गोविंद शब्द आया तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं. Здесь он упоминает имя Говинда. Шрила Вишванатха Чакравати Такур говорит. Так Шрила Вишванатха Чакравати Такур говорит. Тот, кто поклоняется, необходимо поклоняться Кришне в этом мире, поскольку он самый возвышенный объект поклонения. Кто такой Кришна? Он Васудевая, сын Васудева. Но также он сын Нанда Махараджа. Он Нанда Лал. И Кришна дарует величайшее блаженство всем своим преданным. И среди всех Враджагопи самое возвышенное Яшода Майя, как его мама. А среди всех юных Враджагопи самое возвышенное Шримати Радика. Ради нее он совершает Расалилу. Все
Гопи поклоняются пыли с лотосных стоп одной возвышенной гопи, которая Шримати Радарани. Так он, потому что своей любовью она дарует самое возвышенное счастье Шри Кришне. И все Враджаваси стремятся доставить счастье Шри Кришне, а сам Шри Кришна стремится доставить счастье Шримати Радхарани. Итак, мы пришли в это место. И мы рассказываем эту катху, мы молимся о милости Шри Кришны, чтобы мы однажды мы обрели прибежище под лотосных стоп Шри Кришны. И Гирирадж Говардхан, у его подножия мы молимся, поскольку он исполняет все желания. Если мы обретем бхакти, Прагриндаж Махарадж ки.